Составлен рейтинг самых долгоиграющих смартфонов. Лидером оказался гаджет Samsung Galaxy S8 Active. Авторитетный ресурс PhoneRen протестировал ключевые гаджеты 2017 года и установил наиболее выносливые из них. Лидером среди смартфонов оказался Samsung Galaxy S8 Active, который продержался почти 11 часов. При этом емкость аккумулятора у S8 Active составляет 4000 мАч, а у iPhone 8 Plus только 2691 матч. Издание сообщает, что тестирование проводилось при помощи специальной методики, которая воссоздавала повседневное использование гаджетов. При этом отображалось реальное энергопотребление устройств. Ранее корреспондент Net сообщал, что эксперты издания TechRadar назвали лучшие смартфоны 2017 года. По материалам сайта newsgra.com.